Мобилизация доходов – это главная задача, которая сейчас стоит перед муниципальными образованиями. Такое заявление губернатор Михаил Дегтярев сделал уже во время встречи с главой Амурского района Павлом Буравлевым. В 2022 году на этой территории будет благоустроено 8 общественных пространств, а в рамках проекта «Тысяча дворов» на Дальнем Востоке планируется привести в порядок 13 дворов. Промышленные предприятия, которые работают в Амурском районе, пока не собираются сворачивать свои социальные программы, однако уже сейчас понятно, что стоимость проектов придется скорректировать из-за роста цен. Михаил Дегтярев призвал главу района внимательно посмотреть на расходы муниципального бюджета. Я хочу вас сориентировать, учитывая сложную обстановку сейчас и санкционное давление на Россию, на мобилизацию по доходной части и оптимизацию расходов. Это самое главное сегодня. Нужно ужаться администрации, чиновникам, депутатам, то есть органам управления и дать людям то, что можно.